Вы выбираете либо красивую стройную фигуру и идете в сторону классики, либо вы выбираете тренды, выбираете смелость. И мы с ними, конечно, очень поэкспериментировали, как это сейчас делают на подиумах. В атмосферном пространстве эйфории участницы проекта «Модель X» изучают пропорции. Именно этой теме посвящена их очередная модная практика. Мы создали для Майи образ «Спортшик» называется. Одели ветровку, вот такую вот металлизированную, с капюшоном. Цвет капюшона мы подчеркнули слепонами, которые у нас присутствуют в образе. И как яркость добавили брючки-бананы. Сейчас мы вот на этом модном эксперименте, на уроке, мы работали индивидуально с каждой и подбирали ей именно тот образ, который, как мы считали, раскроет ее с какой-то новой стороны. В сегодняшней моде с ее тенденцией к дисгармонии часто нарушаются классические пропорции, и главная задача всех, кто хочет выглядеть современно, понять и принять эти тренды. Сейчас мы уходим от стереотипов и непосредственно выбираем образ на девушке. В моде сейчас гиперобъем, в моде сейчас делать талию, и в моде сейчас образы, допустим, классический костюм с какой-то необычной обувью. Мы попытались в домашнем задании, в наших образах у девчонок сделать так, чтобы это было интересно, это было не классически, это было необычно. Вот так, как это сейчас делают на подиумах. И мы с ними, конечно, очень поэкспериментировали. И мало того, что на сегодняшней модной практике мы им подобрали одни комплекты, а на финал мы готовим совсем другие, и они открыты всем нашим экспериментам. Наше новое модное пространство на Лесопарково – это не просто магазин женской одежды, это место, где мы проводим вебинары, где мы проводим мастер-классы, девичники, тусовки, дефиле. Вы выбираете либо красивую стройную фигуру и идете в сторону классики, либо вы выбираете тренды, выбираете смелость и подчеркиваете это все и носите с удовольствием. Девчонки, в принципе, все готовы к изменениям, и из всего сезона, ну, может быть, одна девочка не так готова к этому, к переменам, как все остальные. Им нравится, они какие-то образы приобретают себе для жизни, поэтому все прекрасно.